Опять всем привет! Сегодня ремонтируем детскую колясочку. Нашу. А именно будем ремонтировать, проводить замену шин. Попалось такое, извините на слове, говно, что при езде протектор полностью развалился. Вот такая дрянь. Покажу, как меняется. Менять будем на аналогичный. Но, правда, фирма здесь нейлон. А здесь вообще неизвестно, что стояло. И поехали. Тупо расслоилась. Вот это говно, которое нам продают. А теперь будем ставить единственное говно, которое мы купили. Купили сразу и новые камеры. Все, 10:2. Посмотрим, насколько времени нам хватит этого. Извиняюсь за слово говна. Взяли с боковым соском. Посмотрим, оправдают они себя или нет. Не знаю. Соски. Вот. Сейчас покажу сосок. Боковой. С гаечкой. В идеале должно хорошо накачиваться. Одна гаечка на низ, вторая оденется потом, она будет фиксирующей. Заодно мы достанем подшипники и попробуем их расковырять и наложить немножко вовнутрь смазочки. Подшипник вот такого рода. Пластиковая втулка и на ней подшипник.
Вот так. Смазали. Тишина хода увеличится. И ты точно так же закрываем сепаратор. Так, подшипник помазали. Это, конечно, мелочи. А теперь самое интересное. В прошлый раз, как я менял покрышку, я вовнутрь надеть не смог. Надо было легонько подправлять ножом. Посмотрим, как будет сейчас. И всегда проверяйте, не закусили ли вы камеру. По ободку прошлись. Второму кругу. Вот видите, где наш соединительный шов. Посмотрели, все нормально. Ну да. И вставляем наш подшипник на место. Можно валик дальше протолкнуть, чтобы мы попали в обратную часть. И смотрим, что у нас с этого получится. Сразу скажу, что с боковым соском, вот сейчас замонтирую, вот, намного удобнее будет накачивать. Видите, как сосочек вышел на сторону. Крутиться он мешать не будет, а накачивать будет намного проще и веселее. Когда сосок стоит вовнутри, как вот здесь, ну, попробуйте его накачать. Геморрою куча. Вот так, закрываем и вторую полость. Здесь без разницы. Смещаем, чтобы не было так видно. На место. И при крутке оно, сосок не мешает, крутится свободно. Подшипники промазаны. И крутится четко. Осталось только накачать. И вуаля. Ну, кому понравился ролик, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.